Привет-привет, мои дорогие подписчики, с вами Лилия Донскова, и сегодня распаковка очередного заказа из компании Siberian Wellness, или Сибирское здоровье. Мне кажется, так привычнее и проще для людей, да, ну, Siberian Wellness. Давайте посмотрим, что я заказала. Ну, во-первых, у меня по акции я взяла две вот такие коробки. Первое — это комплекс клетчатки, малина и гранат. Я уже пила такую штуку, мне понравилось, и я решила повторить. Смотрите. То есть здесь такие пакетики, один пакетик нужно развести, и вы с водичкой, он становится как киселек, такой вкусненький, такой классный, и выпить за 30 минут до еды. Вообще он рекомендуется для тех, кто хочет постройнеть, но мне в принципе просто нравится то, что я буду получать клетчатку дополнительно, потому что я все-таки, я бы сказала так, питаюсь скудно, мало овощей, мало фруктов, я порой открываю холодильник и понимаю, что, мамочки, сколько фруктов, надо их просто намыть, нарезать и кушать. Но порой бывает 2-3 дня, даже не заглядываю туда. А вот этот продукт, кстати, он для спортсменов. И мне нравится, что в Сибирском здоровье очень много продукции для спортсменов. Это комплекс растительных аминокислот. Дает мгновенный заряд энергии, то, что нужно для твоей тренировки. Я думаю, что надо попробовать. Не знаю, как мне зайдет или нет, но очень хочется. Я же тоже тренируюсь. И здесь мы тоже видим такие же пакетики. Внутри порошочек. Также разводим водички, выпиваем и вперед на тренировку. Вот такие вот классные штуки. Все подробненько можно посмотреть на сайте. Вот здесь 14 штук, а здесь, по-моему, 10 штук. Цены, в общем-то, вполне адекватные. Тем более, что я взяла по акции. Получилось, ну, прям очень недорого, но, к сожалению, с ценами сегодня будет у нас напряг, потому что я не взяла накладную, то есть ее нет. Когда заказ приходит по интернету, просто накладной нет. Компания, да, экономит на бумаге, чтобы не убивать лиса. Слушайте, вот это я забираю с собой в Москву, потому что это натуральный жевательный мармелад для иммунитета. Я хочу отвести своим племяшкам в подарок тоже. Заказала им омегу, заказала топивишку, витаминчики, и решила взять еще вот такой жевательный мармелад. Пусть жуют и здоровеют. Очень буду рада за своих племяшек. Это розовый куб. Это хит продаж, ребят. Это просто волшебник. Хотелось бы вам его показать, но он запечатанный. Поэтому, ну, не получится, его надо вскрывать, а это под заказ. Здесь 30 пакетиков на один в день, то есть на 30 дней, на месяц. Для кого? Для девушек, чтобы была шевелюра, да, чтобы укрепились волосы, чтобы они не выпадали и росли новые. И для мужчин, то есть прям есть конкретные факты, когда скидывают фотографию до приема и после, то есть перестают осыпать волосы, растут новые, у мужчин зарастают, даже вот зачастую у мужчин бывает, либо вот тут такие, да, залысины большие, либо проплешины на задней части головы, зарастают 1-2 кубика, и все круто. Называется розовый куб. Мы просто называем кубики. Розовые кубики. Слушайте, это магическая штука. Кстати, сейчас в марте, если заказывать этот магический куб, то можно взять крем для рук на выбор 3 варианта в подарок. То есть в разделе акции нужно открыть наборы и посмотреть куб и крем, который стоит 320 рублей. А, кстати, куб стоит 1050 рублей всего, ребят. Всего 1050. Я проводила, да, сравнение с витаминами Oriflame, внутрикомплекс, да, для волос и ногтей. Там нужно пропить 4 пачки, чтобы получить результат. Ну, как бы я не видела, чтобы у меня там новые волосы росли. Но то, что волосы у меня перестают выпадать и не выпадают, это факт. Но здесь всего пачка и уже крутой результат. Ну и посчитайте, там одна упаковка стоит порядка 2000, и надо 4, то есть это 8. А здесь одну или две пропить, и будет классно. 1000 или 2, или 8, да, 8, это большая разница. О, как я ждала вот эту коробочку и даже еще не попробовала. Слушайте, это просто потому что некогда, и уже уезжаю, мне некогда. Это патчи, ребята, серия Эксперальта. Такие патчи в банках, 60 штук, то есть на 30 раз. Стоит около 2000 рублей, не помню точно сколько, я думаю, они тут запечатанные. Да, да, все запечатано. Открою по приезду, не буду сейчас открывать. Желательно хранить в холодильнике. Пока расскажу потом, какой будет эффект. Почитала отзывы и сказала, мне надо.
Я хочу. Я всегда мечтала, чтобы и в Oriflame выпускали, да, вот патчи в банках, чтобы надолго хватало и по адекватной цене. В общем-то, дождалась. Теперь у меня будут патчи, я этому очень рада. Взяла себе по акции со скидкой 50% сыворотку из серии Эксперальта. Это классная серия. Здесь есть разные линейки, есть более такие доступные по цене, есть подороже, как Эксперальта. А есть очень дорогие Бионетика. Я вам про Бионетику рассказывала. И вот теперь взяла себе, думаю, буду пробовать начинать со Эксперальта. Не знаю, как ей пользоваться. Ой, тут, знаете, тут что-то надо нажать, и куда-то что-то будет. То есть вот такая упаковка. Сколько здесь миллилитров, интересно. Такая она тяжеленькая. Нигде не вижу миллилитры, миллилитры. Тын-тын-тын. В общем-то, ну, я думаю, 50-100%, но просто почему-то очень большая бутылочка. Ладно, не буду ваше время тратить, можно на сайте посмотреть. То есть вот такая будет сыворотка. И до этого я брала крем, тоже интеллектуальный крем из этой серии. Потому что мое мнение, что эффективнее и гораздо круче для кожи, если использовать комплексы не из разных, да, там взять коллекций, а лучше брать из одной серии, собрать комплекс и пользоваться. Эффект будет 100% лучше. Так, что я тут еще набрала? Гинго Белоба и байкальский шлемник, ребят, это защита клеток мозга. И взяла еще Йохимбе и сибирский женьшень. Две пачки взяла, одну себе, одну брату подарю. Ну что это? Это энергия, это желание жить, это настроение, да, очень классно. Кстати, стоимость у них очень невысокая, там, ну, рублей 400 стоят они примерно. Вот паста, которую я полюбила. Это паста для того, чтобы осветлить, отбелить зубы и улучшить состояние десен. Черника и древесный уголь. Запомните эту пасту, потому что она нереально крутая, она гелевая. 99,1% натуральный состав. Ребят, на минуточку, 99,1%. Очень классная паста. Стоимость я брала по акции, по-моему, 230 рублей всего. Натуральная зубная паста, 75 миллилитров. Я в восторге. Мне пасты понравились, не все. Я уже попробовала 6 вариантов, взяла пасты. Вот это моя любимая стала, потому что зубки с ней просто идеальные становятся. И профилактическая. Вот, обратите внимание. Так, одна коробочка пустая. Что еще взяла? Слушайте, все хвалят турбо-чай. Девочки говорят, девчонки, отеки уходят, жидкость лишняя выходит, становлюсь в стороне. Кто-то пишет, за 2 недели минус 2 кг. Мне, конечно, кг не надо убирать, но попробовать хочется. И говорят, что он очень вкусный. Я не знаю, что здесь такое вкусное. Сено, имбирь, курильский чай и все. То есть состав-то такой вот, ну, как бы три ингредиента. Пахнет, да, кстати, имбирь сразу чувствуется. Такие обычные пакетики. Попробую, мне прям интересно. 30 пакетиков. Стоимость у такого чая всего была, по-моему, 169 рублей. И еще у меня кэшбэк возвращается 25%. То есть получается очень даже ничего. Так, что я взяла? Органический йод. Это у меня заказали. Я сама, кстати, буду пить тоже органический йод. Он мне показан, его пить обязательно. Повторно заказываю папе ЭПАМ 11. Он для кишечника, для комфортного пищеварения просто необходим. Кстати, если отравление, диарея, то вот ЭПАМ 11 это супер, кстати, классная штука. И последнее в моем заказе это батончики. Такие вот маленькие. Батончики, кстати, очень маленькие, по 25 грамм всего. Стоимость 80 рублей, ну пусть мне вернется четвертая часть, 60 рублей получится. И мне интересно, как они на вкус, все хвалят. Такой маленький, божечки мои, что же он такой малыш? Карамель и фундук. И он еще как в шоколаде идет. Вот этот вкусный. Пойду пить чай перед выездом. У меня уже скоро поезд, поэтому будем закругляться. Классно. Тоже пустая коробочка. Да, вот такие батончики прям рекомендую. Очень вкусный. Они вкусные и полезные. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео.
Если вы хотите оформить себе личный кабинет, чтобы иметь кэшбэк, заполните заявку, она будет в описании под видео, или напишите мне вопросы. Потому что, скорее всего, если вы хотите по-серьезному зайти в компанию, в мою команду, наверняка есть вопросы. Пишите мне, не стесняйтесь, в WhatsApp или в Telegram. Я всегда отвечаю, стараюсь максимально быстро реагировать на ваши сообщения. Я вам всем желаю крепкого сибирского здоровья и отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.